Сегодня правительство Ульяновской области собралось на внеочередное заседание. Главный вопрос на повестке дня – внесение изменений в областной бюджет. Регион получил дополнительный доход за первое полугодие. Кроме того, удалось сэкономить часть средств и провести их перераспределение. Все эти изменения нуждаются в отображении в главном финансовом документе области. Мы превысили план по поступлению доходов в бюджет нашего региона. Именно поэтому это дало возможность перераспределить средства, увеличить часть средств на ключевые статьи. Председатель правительства передал благодарность от губернатора Сергея Морозова министрам за проделанную работу. Итак, доходы бюджета выросли более чем на 1 000 000 000 рублей. Основными статьями перевыполнения стали налог на прибыль, НДФЛ и неналоговые поступления. Это позволило на 1,5 миллиарда увеличить расходы областной казны. С данным законопроектом направляются средства на первоочередные и социально значимые расходы. На заработную плату, в том числе на выполнение указов президентов, связанных с повышением оплаты труда работникам бюджетной сферы в сумме 485,6 миллиона рублей. Кроме того, на меры социальной поддержки населения пойдет почти 500 000 000 рублей. Еще 164 миллиона отправят на погашение кредиторской задолженности. В первую очередь проблема касается системы здравоохранения. Региональному ведомству направляют около 150 миллионов рублей. Долговая нагрузка в отрасли очень велика. Вторым значимым пунктом – это лекарственное обеспечение как льготной категории граждан, так и в стационарах. И, наконец, последнее – это подготовка к отопительному сезону. Множество мероприятий, которые мы должны выполнить буквально в ближайшие дни. Значительные суммы получает образование. В эту сферу направят более 400 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт и подготовку к новому учебному году школ и детских садов. Кроме того, выделены средства на создание уникального центра компетенций на базе Димитровградского техникума молочной промышленности. Нужно отметить, что наш регион успешно демонстрирует свои навыки, знания, умения в профессиональном образовании. Все изменения в бюджет утверждены правительством единогласно. Теперь им предстоит пройти рассмотрение заседания законодательного собрания области, которое состоится 24 июля. Егор Стов, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.